Рад приветствовать вас, дорогие друзья, на канале интернет-магазина OneClick. Меня зовут по-прежнему Роман, и сегодня я хочу вам показать вот такой пистолет. Это Umarex Beretta Elite 2. Ну что ж, друзья, давайте не будем затягивать и распакуем эту коробку, посмотрим и разберемся максимально подробно, что же это за пистолет Umarex Beretta Elite 2. Поехали! Umarex Beretta Elite 2. Перед вашими глазами упаковка пистолета Umarex Beretta Elite 2. Это пневматическая копия из Китая итальянского пистолета Beretta. С обратной стороны коробки есть подробные характеристики пистолета на разных языках. Также показана комплектация. Я предлагаю не затягивать и самостоятельно распаковать коробку и все посмотреть своими глазами. Открываем коробочку и сразу видим пистолет Umarex Beretta Elite 2, но к нему мы перейдем немного позже. Давайте сейчас посмотрим на комплектацию. Достаточно немаленькая инструкция на 8 языках. Также хочу отметить, что тут присутствует русский язык. Упаковка шариков на 250 штук и пластиковые очки для защиты глаз при стрельбе. По комплектации это все. Поэтому переходим к осмотру пистолета. Сразу, как только вы берете пистолет в руку, чувствуется вес 680 грамм. Несмотря на то, что корпус пистолета и затвор полностью выполнены из пластика, не могу сказать, что он легкий, как игрушка. Пистолет имеет начальную скорость вылета шариков 140 метров в секунду, что достаточно хороший показатель. Калибр 4,5 мм. Затвор фиксирован и, естественно, тут нет системы blowback. Снизу под стволом можно закрепить фонарик или лазерный указатель. С левой стороны есть надпись Elite 2, а с правой стороны пистолета над курком находится предохранитель, который имеет два положения. Он выполнен из пластика, также его удобно переключать указательным пальцем правой руки. Еще хочу заметить, что на мушке есть белая метка, которая позволяет лучше целиться в темное время суток. К сожалению, таких белых меток на целике нет. Теперь хочу поговорить про рукоятку пистолета. Она пластиковая и имеет пластиковые накладки, которые нужно сдвинуть вправо для установки баллона CO2. Данная конструкция позволяет спрятать поджимной винт, тем самым улучшить визуальное сходство с боевым пистолетом. Но так как пластиковые накладки становятся подвижными, ощущается небольшой люфт. Магазин извлекается нажатием кнопки возле спускового крючка. Сам магазин достаточно компактный в связи с отсутствием баллона сжатым воздухом. Он выполнен полностью из металла и помещает в себя 19 шариков. Вот такое видео получилось, дорогие друзья, про пистолет Umarex Beretta Elite 2. Если выбираете для себя копию именно Беретты, достаточно бюджетную, мне кажется, неплохой вариант, как для начинающего стрелка пострелять, я думаю, будет прикольно. Если вам есть какие-то вопросы, задавайте их в комментариях. Насчет этого пистолета, насчет каких-либо других пистолетов, тоже с удовольствием ответим на все ваши вопросы. Ну а с вами был, как всегда, Роман и канал интернет-магазина OneClick. Всего вам хорошего, всем пока!